Ох, нифига себе. Считай все имущество сразу хлам. Блядь, машина все. А, 700. Ну скажи, фильтрация закончилась в городе уже? Да нет, еще не стоит, навряд ли. Еще нет, ходит по, да, по кварталам? Ну, ходят. Да людей же не хватало, они сейчас должны были, мы, когда мы видели, мы же тогда, когда ехали, помнишь, обратно? Ну, вернее, туда, когда ехали, мы видели машины, ехали МЧС и полицейские, они ждали подкрепление, потому что людей мало, очень медленно фильтрация идет. Вот. То есть, как бы, ребята тоже там не успевают, не хватает, полиция. Они ждали подкрепления. Вот. Ну, ты нашел 16 этих самых растяжек или что-то? Нет, 16 мин, 120. Именно как, они заложены или просто? Они лежали, все уже готовое к применению, именно непосредственно добавочные пороха для полета, то есть для дальности полета, то есть как бы все это было. Это было на этом самом, территория вхоздвор Шаче, получается, туда, где железная дорога, туда, короче. Приехали туда, начали осмотр, ну, как бы, и нашли там непосредственно. Я потом тебе сброшу фотографию. Укры, когда уходили, посрывали все таблички с города, да? Да, посрывали все таблички, то есть, как бы, ну да, первое время пришлось блуждать, конечно. Вот. Ну, сейчас карты пробили уже, как бы, плюс еще есть ополченцы, которые с 14 года с нами воевали, вот который сегодня ты видел, что это, вот как бы он подмагнет, то есть как бы он местный, то есть он знает. Ну здесь были задержаны 4 человека, я не знаю дальнейшую судьбу, это тебе как бы может комендатура больше поговорить. Вот, они как бы задержаны, были задержаны 4 человек, но непосредственно корректировщики. Корректировщики даже? Да, корректировщики, да. А это местные или ВСУшники, или как-то? Это местные, местные жители, местные населения. Это работают тоже на износ, все работают, все это. Ну, люди, видишь, мирное население, как бы, не хочет понять, что, блин, мы же пришли сделать лучше в жизни, хуже. Понимаешь, многие, просто послушаешь людей, как они жили, на то, как 3000 пенсия гривен, блин, и когда за коммуналку им надо было отдавать 2300-2400, ну, это, мне кажется, издевательство над людом, как бы, там не было. Я не скажу, что там у нас все прекрасно, мы жили, но, по крайней мере, мы бы жили прекрасно, если бы у нас не было войны, мы бы развивались, регион бы развивался, все было нормально. То бишь, если взять непосредственно, даст Бог, закончится война, и как бы все пойдет в развитие, регион богатый, люди трудолюбивые, даст Бог, все вернутся, много, я думаю, даже приедут люди работать, вот, как бы, я думаю, все у нас наладится, все будет у нас нормально, даже не думаю, я знаю, что...